Здравствуйте, Вячеслав. Это видео про ваши переходники. Это переходник Nikon Canon на моем объективе Nikon. Это переходник поиск фото M42 Canon. Оба переходника с крышками и с одуванчиком Лучников. Сейчас я проверю, покажу вам в моей камере. Камера 5D. Я запрограммировал фокус на расстоянии 180 мм, диафрагму 2,8, время задержки входа в режим программирования 1 секунда. Вот он ваш переходник Nikon Canon и переходник поиск фото M42 Canon. С помощью этого ключика надевать в камеру без объектива. Фокусное расстояние запрограммировано 85 мм и диафрагма 1,4. У камер Canon нет диафрагмы 1,5, поэтому или 1,4, или 1,6. Но для Helios 40 лучше подходит 1,4. И время задержки входа в режим программирования 1 секунда. Сейчас я упакую два ваших переходничка, и завтра они поедут к вам в Харьков. Спасибо за внимание.